Елочки шатают. Бля, еще сильнее. Ветер так завывает, пиздец. Второй, интересно, ты куда выбежал? Да он выбежал из-за либо первого нара, либо из-за забора, понял? Где-то между заборами был, он оттуда мне паум бочину. И он что-то с чем? Он с дробовиком был, шотганом. У него два патрона всего было, все. Я лежу в пожарке, такой думаю, блядь, ты же где-то тут бегаешь, смотрю, ты просто сидит и целится, нихуя думаю, блядь, пьет. Мне когда этот тип меня выстрелил,